Боже ты мой, я вот недавно еще думала, что это какая-то американская или английская, там, или шведы какие-то. Даже обидно иногда, когда нас сравнивают с кем-то. Я считаю, что групп с женским вокалом, которые бы вот менялись там, в образах, а также с такой музыкой, которую сложно охарактеризовать одним стилем, как у нас. Я таких групп лично не знаю, вот, которым можно было сказать, что мы там у кого-то что-то заимствуем. Мы просто делаем то, от чего сами кайфуем. Это музыка, это яркий визуал. So находятся еще люди, которые говорят, что кто это, и все сразу этого человека, ты что, как это, ты не знаешь. Я не знаю, как исполнители исполняют чужие песни. Вот это сложнее. Найти автора, найти песню. А здесь ты исполняешь то, что чувствуешь, то, во что веришь сам. Единственный путь для наших артистов, я вижу, это либо с 15 лет начинать в Нью-Йорке работать, либо, как в нашем случае, уже завоевать здесь какой-то авторитет. По знаку зодиака я уравновешиваю в группе всех и все. У нас очень темпераментные участники, как в кадре, так и за кадром, то есть команда. И их иногда приходится мирить и находить компромисс. Я помогаю. Одни и те же песни с разным визуальным вот моим, да, образом слушаются по-разному. Я их по-разному сама чувствую. То есть иногда я более там жесткая, иногда более роковая, мягкая, пушистая, не знаю. Секс, спрос на секс не исчезнет, ну как это будет вечен, наверное. На самом деле песни, ну так кажется, что они быстро издаются, а на самом деле они просто написаны уже там 2 года назад или 1.5 года назад. Хотелось бы, конечно, для любого музыканта хочется быть услышанным максимально. Сейчас мы услышаны у себя на родине, могу сказать с уверенностью. То есть здесь, дома, нас знают, любят, ждут. Знать хардкиз здесь, наверное, даже как-то уже стыдно.